Привет, дорогие друзья, с вами Cold Lion, Холодный Лев, или по-другому Александр Золотухин. Как я вам говорил, я же вам ничего не говорил. У меня хорошие носочки. Да, там бабушка сидит. Я сегодня просто мои друзья, подписчики, просто зрители, кто смотрит это видео сейчас. Я вам скажу одно. Я переехал в другую квартиру, она более красивее, чем была моя прежняя. И так, конечно, скажу, она была... А сейчас у меня стало намного более. Я приобрел себе хорошие джинсы, которые вы никогда не видели, с дырками. Я приобрел себе хорошие носки, нормальную, ну, понятно, футболочка моя старая. А чем ты такой ромкий? Мешочек. Ну, ладно. Что я хотела вам показать в этом видео, это то, как я буду проводить всяческие опыты и показывать вам мой дом. И, конечно, я сниму сценку, мою любимую сценку, которую я хотел снять уже давным-давно. Это как я иду в школу. Ну, давайте же посмотрим сначала мою новую квартиру. И потом я, конечно же, знак благодарства, что вы смотрите, наверное, подписываетесь на меня. Я покажу вам сценку, как я иду в школу. Ну все, давайте же начнем. И начинаем. Всем, я переехал, и сегодня я буду вам показывать мои, то есть, вещи, ну, а буду показывать мой имидж. Значит, у меня есть Лего, именно Лего. Кроме Лего у меня ничего нет. Ну ладно. У меня есть 100 рублей. 100 рублей. Ладно. У меня, как я уже говорила, я приобрел себе хорошие... Не говорил раз? Камеру поближе пододвину. Просто мне так неудобно. Просто посмотреть. Во. Я приобрел себе хорошие наушники. Вот. Наушники от Apple, в принципе. Также у меня есть коробочка от iPhone. Но коробочка от iPhone непростая. Я сейчас пойду найду свой iPhone, подождите. Вот у меня есть iPhone в таком чехле. Да, это iPhone. Так, у меня здесь есть iTunes Store, App Store, Facebook, Compass, Setting, Reader, WebSearch. Calendar, фото, ну, в общем, все на английском. На моем айфоне есть Music, Safari, Mail, iPhone. Дальше. Есть некоторые приложения, например, ShadowPy. Так, вот, у меня есть Remedials. То есть можно записывать свой рэпчик, например. Я хочу сейчас попробовать. Вот в это приложение, где вот Remedials. Вот Remedials. Я хочу в него зайти. Так, захожу. Прогрузится сейчас. Так, давайте. Надо. Вводим тут любой, короче, номер телефона. Я сейчас зайду, просто скрою, да? Так, войду в телефон. Так, ну выберу вот Sega бомжик. Так, зайду. Вводим номер. Так, ну просто зайди в телефон. Этот номер добавить в Remedials. Все, добавил. Так. Давайте позвоним, так, сейчас запишем какой-нибудь розыгрыш, например, вот. Привет, я, так, давайте еще я сейчас запишу. Привет, я онлайн. И подпишись на меня. Я ухожу, короче, я побывал на Ютубе 5 недель, я ухожу с Ютуба, прости, но прощай. Я даю тебе мой канал. Спасибо, что ты слушаешь. Как угарно я тебя разыграл! Ладно, давайте позвоним же. Не, позвонил, бей! Ой! Не моя кнопка. Ай, Sega. Привет. Да, что ты делаешь? Ты играешь? Что делаешь ты? А, ты снимаешь.
какую? 16 на PS, молодец. Я тоже буду. Да, играть некую. Да. А, ладно, пока. Пока. Да. Быстрее набираем! Подождите, дорогие друзья, баба, что подарит? Бутербродики сделаешь? Вам Ваня ключи пососил. Конечно! Ну, бабушка меня просто спросила здесь, делать ли мне бутерброды или нет. Ну ладно, перейдем уже к моему имиджу, что я привез, что я немножко переделал, что вы уже видели. Ну, а обычно, что вы видели, это моя камера. Ну же, я сейчас надеюсь, снимаю. Ладно, давайте продолжим. Ах, ладно, во-первых, что у меня поменялось, что это мой любимейший диванчик. На этом диванчике можно делать хоть что. Хоть что можно делать на этом диване. Хоть даже вот так. В общем, изменился диван. Ну ладно. Что изменилось, где установлена моя камера? Это вот, это место. Это место называется гладильная доска. Так, что находится вблизи, это мой стол. Да, это мой стол, но не поменяю стол, что у меня нет нормального кресла. И табуретка, да. Но что не изменилось, у меня нет компьютера. Все еще нет компьютера. Я не знаю, как это видео я выложу. Может быть, я его выложу не сразу. Но говорю на дату. Сегодня 7 мая, дорогие друзья. Почему трясется эта камера? Так, блин, стой ты. Не на крепкое место я закрепил просто. Тут, по идее, у меня... забыл, какая-то штука названа. Вот такая вот. Вот вам пример того, на что я закрепил. Это сушилка. Да. Я вот разыграл, сушилка находится тут. Ха-ха-ха. А что находится здесь? Это же бурам-бурам. Гладильная доска. Да, согласен, что видео будет не очень качественным, потому что камера у меня по-прежнему, которая у меня была, но ту, которую... Ладно, в общем, посмотрим, что у меня есть на столе. На стыдне много чего, какая-то есть ткань. Так, подождите. Опа, да. Блин, нет освещения. Лампу не привез. Вот. Ткань. Какие-то много чего-то непонятного. Какие-то кейсы в CSGO. Какие-то палки, журналы, не знаю, что здесь наложено. У меня есть игрушка Бэтмен. Еще несколько всяких игрушек. Так, есть резинка, есть точилка. Есть... просто можно показать, чтобы вы сами посмотрели. Вот, что у меня есть на столе. Что у меня есть наверху? Вот. Много чего есть наверху. Книжки всякие. Но это не суть, что у меня есть книжки. У всех есть книжки. Ладно, давайте посмотрим, что у меня есть дальше. Следующее, что у меня есть, это... вот это! Старый утюг. Старый утюг, это, конечно... это не очень-то плохо. У меня есть тазик. Да, там тазик. О, пылесос у меня есть, смотрите. Я вот не могу показать. Вот у меня. Здесь вот. Есть обогреватель. Опа! О, какая еще моя старенькая вещичка моя. О, жесткий ящик. Ну, блин. И получилось мне. Щипнуть хоть один раз, даже не получилось. Видите? Мячик. Опа! О! Тихо, ну как она еще? Не, побоюсь, я, конечно, не отбуду. Ладно, посмотрим, что есть еще. Есть также у меня... опа! Вот такая штучка. Такой же диванчик, только немного поменьше. Что у меня есть здесь?
запылены. Провода. Ой, гвоздилочка. Фигурки. Старый вертолет. Сам. Мой дивидик вот. Боже, крутить хоть сколько. Ну все, не работает. Модель корабля есть. Старые мои подделки стоят. Вот еще есть у меня такая нейфомики всякие, всякие камушки всякие. Так, наверное, там в шкафах, я точно не знаю. Там всякие игры настольные. А тут мои старые фотографии, какие-то коробки. Только я еще ничего не разбирал. Только вот сегодня приехала и решил снять это видео. Так, посмотрим, что есть еще. Есть такой уголок рисунков. Но эти рисунки все мои. Я их рисовал. Да. Уголок рисунков. И на чем стоит моя камера, это опять же маленький стульчик. Смотрим вот комнату, которую мы полностью уже осмотрели. То есть вот она. В полного увеличенного, как бы, режиме. Там кровать. Не суть, что... Не суть, что это может быть... Я вам еще эту комнату не показал. Вот она. Кровати, в принципе. В этой комнате, как бы, я бы не сказал, что много чего полезного. Потому что полный обзор комнаты, если хотите. Панорамное видео. Ладно. Давайте посмотрим, что еще есть. Но я бы не сказал, что много чего полезного есть. Но мне нравится. Давайте посмотрим дальше. В общем, я решил перекусить, попить чайка. Так, попадай другой ножик. Ножик из голову. Лучше это мойку. Вот. Решила так я попить чаек, покушать красные икры, да. А салат хочешь, салат, ты будешь есть? Вот такой салат. Саш. Да. О! Классно, да? Классно. Ну, бабушка. Что, после голова? Ну, я бы понимаю. Ты бабушка какая у тебя хорошая, да? Да, все. Да. Посмотрите, что у нас за окном. Скажите, здесь улица лучше. Там видно какую-то свалку на три общаги. Но тут Волга видит, красиво же как. И это еще не улица. На улицу выйдешь, красота. Это еще вид из окна. Ладно, давайте посмотрим, что у меня есть дальше. А вон там. Я покушал? Вот. У меня есть коридор. Как ни странно, но он есть. Вот, коридор, в принципе. Видно коридор? О, не видно. Переходили. О, коридор мой. Блин, не видно. Ну, как бы рассказать. Ну, в общем, коридор, а как коридор. Немножко необычный, а волшебный. И эта волшебная стрелочка показывает нам туда. А там у нас кое-что необычное. Скажите привет, полезной бумаги. Все делаем так еще не все. И это все. Это все необычные или все можно как особенности моей новой квартиры. И я бы сказала, что мы продолжаем. Как я хотел вам, как я обещал, покажу двухминутный ролик, как я иду в школу. Да, странно. О,
10 часов вечера, надо поспать. О, 7 часов. О, надо встать. Ох, не надо. Очки видео. Убью. Провалился на подушке. Я все умылся, но не хочу умываться. Ох, надо идти умыться. Надо идти. Надо умыться. О, хорошо, хорошо. О, надо умываться. О, умылся хорошо. А, теперь нужно идти кушать. Нет. А я не пойду, я пойду в школу так, хотя лучше подзадуматься и пойти все-таки покушать. А нет, бабушка уже зовет, значит, надо кушать. Ой. А ты же не прыгаешь, ты там дома не прыгаешь? Нет. Так. Сижу в компьютере. А, ногти читаю, да. Шло время. 7:45. Уже бывает. Новости. Пока новости. Хей, балабай, ха. И всем пока, с вами был Айко Лайк. Я пошел в школу. Настоящему я уже не выхожу. Я пошутил. Ладно. Всем пока, с вами был Айко Лайк. Я пошел в школу.